Ну вот путем проб и большого количества ошибок появилась вот такая рогоза. Она, по сути дела, является собой стандартную мою ось, вот эту, которая привалена к некой ручке изогнутой. И все это сделано по размеру, чтобы она входила в пространство. Культиватора, в крепежное пространство культиватора. Соответственно, на оси будут посажены вот эти колеса, и каким-то образом эта конструкция у меня будет являть собой тележку на больших колесах. А уж что к этой тележке снизу мы подвешивать будем, ну это надо будет подумать. Сейчас я ее соберу одной рукой, естественно, мне это неудобно делать. И покажу вам ее в собранном виде. Ну вот, в результате всех наших этих настроек и построек получилась вот такая конструкция. На пенечке она стоит, потому что иначе переливается в цилиндр масло. И стоять она без ножей или без ребер не может. Вот такая конструкция. Ручка коротковата, однозначно коротковата, но у меня просто не было другой трубы. В перспективе я, наверное, могу ее нарастить. А пока это вот такая конструкция, являющая собой стандартный редуктор Лаплоша с мотором и самодельную ручку-тележку. Прежде всего, почему? Ведь, скажем, можно те же самые колеса, я всегда так это делал, приделывать на стандартный крепеж, стандартный узел крепления и ручку стандартного лаплоша. Но это были лаплоши. Там у меня были другие размеры, другие расстояния. И, в общем-то, даже другая конструкция. Там были съемные элементы. В нашей конструкции лаплоша барабан не снимается. Бочка-барабан, оно же колесико для перекатывания, не снимается, сделано несъемным. Соответственно, все упирается в возможности разместить дополнительные инструменты между осями культиватора и барабаном. Нож в таком варианте входит всего лишь 30-сантиметровый. Вернее, не 30, пускай там 40-сантиметровый. Мне же хотелось попробовать поставить больший нож. Как-то так.